Она кеше был во время концерта в Кремлевской дворце. Она халык долго. Басына орысша сөйләшәләр. Мен өйрәм буларша татарлар, татар концерттан и орыслар килгәннәр. Олар барса татарлар, ну орысша сөйләшәләр. Ну нәрсә әйтәсем килә. Менә үз телебездә, менә хәзер дә ханым сөйләде шикелле, бу бит татар кешесе, татарча мөлика белә. Сөйләде татарча. Без сөйләмәгәч, тел бит онытыла, сүзләр онытыла. Она всегда есть бар, еще так, тогда обороты всегда были. Так все, моя была не кенда, да, он удастся кайбер всегда были, она не скетыше, все было не было. Я всегда считаю, ну, прокачал, да, вот он был. Но вот он нас все, всегда все какие. Он дам им персина, бардам, да, всегда считаю, да. Ну, мы всегда считаем, татарша, даже урам, да, всегда считаем, назло сөйләшәбез урамда татарча. Мен әйтәм, кемгә назло сез сөйләшәсез? Кемгә назло? Ул бит әкия, назло сөйләшәсез үз телеңдә. Назло врагы, что сиңа кемдә дошман тегә сен сөйләмисең. Ма, орыслар сөйләй, үз телеңдә сен сиңа татар телеңдә нәрсә сиңа? Назло да кирәкмешләргә. Все равно орга без нормально. Вот это сделал, вот так, как я все вошла. Я назло. Мене, але без них бара, але теге Татарстан да бара, татар тілі бізде нече питерге, нече бомб тұрға мектеплерде, мектеплерден дәрістері бомб шығатлар, татар тілі дәрістері йом, але ейде, татар тілінде ейде керек ереді. Ну, әлбетті, ейде бұл айрынды керек. Әгер біздің балалар, яшли, ейде, әтисәнесе татарша сөйләп үстәләр, алар белә татар телен. Әгәр сөйләшмәсәләр татарша, алар белми татар телен. Шуңа күрә хәзер китте әниләр дә сөйләшмиләр татарша, белмиләр татарларын. Алар ни тугыз татар әкиятләрен белә. Алар телен дә белми. Ә бит безнең зур әдәбиятыбыз. Безнең әдәбиятыбыз арада уже бер ничә мең ел безнең әдәбиятка. Инкемендә менә ул Архон Денисе ел язмасында язылган, теге Роник язмаларында. Ул бик эшкәртелгән тел, әдәби тел формасы инде, әдәби тел, рәвешендә. Әгәр эшкәртелмәгән тел ул булса, просто инде урам теле шикелле, базар теле шикелле, юк, анда ул эшкәртелгән тел. Значит, демәк ки, эшкәртелгән булган, но только аны бит біздің дәулетіміз сақланмаған, соған көре дәулет бит сақлайды. Дәулет условие тудырады, шарттар тудырады, тілді істері үшін, халықты істері үшін, милләтті істері үшін, шарттар тудырады. Но дәулетіміз болмаңыз белгілі бір не шарттар да жоқ. Ол шарттарды біз өзіміз ғана болдыра аламыз. Өзіміздің гайларымыз, өзіміздің балаларымыз білен, отбарымыз білен, көрішлеріміз білен, достарымыз білен, қардашларымыз білен сөйлесіп, өзара ұшырасамыз екен, істіні біз әсілешеміз, и ұшырасамыз сол вақытта. Бұл шәкті біздің тілі біз сүйсер, тілі біз арасамыз. Біз келді шәкілер тегіл жерде. Мәскәді біз бұл қаланы түзіген қалы. Аны просто біз білмейміз. Тарихта язмай бар. Мәне... Рахмәт сезгә. Ну, аларны көтәбез, но бездәр ухаз әзрәт. Шүлә сен әбзи, үш сүзләрен шүлә бетерсен. Дөрес сүзләр әйтәләр. Шүлә бетерсен теләгенең. Дөрес сүзләр. Яңыдан. Әлбәттә, мин дә әйтәм, татарча сөйләшергә кирәк, аны мин раслый идем, но... Тел сөйләшмәгәч, әлбәттә, бисми, арты, безгә кирәк, артарга кирәк, но... Әлбәттә, без так яшәргә теләмәсәк, халык булып, милләт булып, яшәргә теләмәсәк, урыслашып китсәк, урыс булсак, ул вакытта тел кирәк.
O vaxtda dində gərəkli, o vaxtda səbir. Nəsi gərəkli? Sen как этот, Иван, сен Мария, сен Дарья, там и так и далее. Но он говорит, мы без суда мезбрит эвезбит. Бит девлетте татарны категер, она бит татар тілі керекми, татар тілі бізге керекми. Бізге керек болгас, біз ана керек, сүйләшірге, сүйләрге керек, аналара керек. Мәне біздің шагеребіз бар. Біздің 400 язучы мұндасында болға, Тукай премиясына лауреатлар анда очрашу болды Казанда. Сонда Айдар Халим айтты, татарстан язушы неінде ұшмаса 400 язушы бар. Қарайсы, 400 язушы, алар бәрбіз жаза. Қайсы шегір жаза, қайсы роман жаза, қайсы повесть жаза, қайсы драматург жаза. Әкім оқи? Тиражлары шығарды китаплары. Мың дәне. Мың, әбіз санымыз 7 миллион татар. 7 миллион татарға мың дәне китап ол нәрсе. Жер арқылы татар тілі қазірде сақланады. Жер оның бір түрі дене. Жер бір түрі дене. Жерді аны таныта керек. Керек, әртәкен, өте керек, өте керек. Өзекізді барлық сөйлемелі аңдар, бишін үстіне кіші келепіп. Жер арқылы, шынардан біз сенің елеңіз. Жер керек, жер керек, әдәбият керек, жер Прием, прием, слышно? Потише, потише, слышно. Да, слышно, Гульнара, здравствуйте, Сямисес. Гульнара. Алло. Так, будете звонить. Раз, раз. Я вам сейчас скажу, что я вам не слышите? Я вас слышу, вы меня слышите? Да, 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 мы вас прекрасно слышим, спасибо. Мы вас уже представили, Гульнар, поэтому мы вас слушаем. Мы сказали тему вашего вот, как бы, выступления и рассказа, и объявили, и теперь слушаем вас. Исамисес, всем большой салям от нас, передаем от молодежного объединения. Вот мы сегодня собрались в очередной раз в нашей дружной компании с нашими ребятами и с девушками, и даже с маленькими ребятами, попозже вам покажу нашу большую компанию. Вот. Тема у вас очень действительно интересная. Хотелось бы, конечно, поделиться своим опытом. Мы уже в течение 2 лет существуем. И хотелось бы сказать следующее, что, наверное, каждый человек, который занимается, который любит свое дело, должен заниматься этим делом, безусловно, и тогда, безусловно, этого человека будет ждать успеха. Вот именно поэтому мы как бы вот начали вот заниматься деятельностью продвижения молодежи, татарской молодежи в городе Москве. Вот именно работать с теми ребятами, которые вроде бы приехали в столицу, живут в огромном мегаполисе, но, к сожалению, своих родных рядышком нету. Вот именно для этого как бы, мы создали наше объединение, чтобы эти ребята были не потеряны, не проводили время в непонятных клубах, где-то не собирались в непонятных компаниях, а именно были среди своих, где поддерживаются наши... где поддерживаются наши традиции, наши обычаи. И в основе, конечно, самое главное, то, что вот заложено в семье уже традиционно, правильная основа, вот они именно и помогают нам дальше, ребят дальше продвигать. Вот именно мы и занимаемся тем поддержанием, чтобы мы не забывали родной язык. Я, конечно, не говорю сейчас по-татарски, потому что... Скорее всего, там не все меня могут понять. Муж у меня принципиально разговаривает только на татарском языке. С супругом мы познакомились именно благодаря вот этому объединению. У нас уже создалось порядка 10 пар.
буквально вот в прошлом году только родился у нас сын. Сегодня ему 5 месяцев. Гульнара, извините, вот мне тут говорят, что вы совершенно спокойно можете говорить на татарском языке. Все с удовольствием послушают, услышат татарскую речь. Я рад. Шулайнде, безнадежный опыт, воздавар работы с детскими домами, шо качварга мушев, да, Абиба Баларнинде, Бельяна Абиба Баларнин, Маскеудан поддерживаем, шулайнде, безнадежный баринде, Бельянки Шларебес. И там инде, шо, наштата на это сиклейнде, біз бірге болсақ, енді бірлікті кетшін деген кейтілі. Бірге болсақ, бізді, біздің туған тілі біз енді ұмытылмас, біздің туған тілі біз де ұмытылмас, біздің традициялар. Але, Зульфия, сейчас берем вопрос, если бы легче было. Гульнар, я хочу напомнить, что вот тема у нас татарская женщина в условиях, особенности жизни вот в условиях большого города, столицы. А вот вы говорили мне, что у вас многие ребята как бы соблюдают исламские традиции, правила, законы, а часть из них обычные светские люди, образованная молодежь татарская, разных профессий. Вот для нас сегодня интересно, как вот, может быть, вы расскажете, во-первых, вы уживаетесь в одном таком сообществе, да? Нет ли взаимных каких-то, может быть, ну, претензий или, может быть, недовольств каких-то? Как у вас вот этот мир, соблюдение вот таких вот мирных отношений вот удается? И, может быть, расскажете какой-то пример, вот как удается вашим девочкам совмещать. Наверняка многие из вас, из ваших девушек уже замужем, семьи имеют, и имеют возможность вот такого совместного выезда, каких-то мероприятий, проведения, участия в них. То есть вот все по нашей теме. На самом деле, да, эта проблема, она очень острая. Сейчас стоит в нашем мегаполисе. И именно нас объединяет то, что люди, которые к нам приходят, они чистые сердцем и чистой душой. А ламиншилды нурлыки шлябез для чила, независимо от того, намазу киларма, намазу камиларма, и без намазу кагарм, и гетлярда, козларда, алар, кюска гарайта пинда карамлар, яулык сызмыкил сякыз, шула инде без ней, алар кюрялар без ней инде, без ней, наше гостеприимство, индивидуально, наше гостеприимство видят, как хорошо проводить отдых халяльно, без алкоголя, и сами потихонечку как бы притягиваются к этому. Никто никого ни к чему не заставляет. Просто каждый наблюдает и делает для себя выводы. Вот. И вот именно благодаря этому, что нету таких четких разграничений. Намазовка тычки отдайды, без слезы, без жила, намазовки без... Кем у кого у характера инде узина уз выбатларын инде уткерер, аннар инде сыраулар бере башлы. Шулай альхамдулилла инде азрак-азрак бизнин инде тиркин бизде көбүрөк инде халык булар, намаз окуганнар. Башта инде бизнин шулай инде биз өзүбүзгө план инде койдук, тиги жылга койган идек, он уткерерге бизнин тиркин бизде. Бу жылга да шулай. Малай кеше, мужик кеше, тиеш узен итенерге,
Мина шла инде, азерек, азерек, берер, 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 там че инде, вот шла инде, харбер, харбер еш инде, узына инде, уз вылыкларын шуйлер. Без, без, харбер кишиге инде бик шалбыз, кем, кем да келсе, харберне инде каршы, бик күнгелі каршы алабыз. Мина, деген дауырыс тіндай, дырыс әйткенлер, нужно притягивать своей простотой, если мы будем своим примером показывать, как это легко и просто, будем показывать красоту нашей религии, ислама, иншаллах, будет больше правильных браков, правильных союзов, и потом мы будем воспитывать правильные поколения, на которые мы будем делать, на которые вот мы именно сейчас делаем уклад. Аллах бирсе, Аллах бирсе, Аллах да бизнеминде. Біздің ниетлеріміз енді балалар, балаларға қалайын дегендеріңізді шулай кенде поддерживать стандарт алабысын. Тегестер, 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 тегест